Всем привет! Я занимаюсь тем, что фрезерую формы для литья грузил и снабжаю производителей рыболовных снастей различными комплектующими для изготовления, ну, в общем, уже в целых изделий. Вот, допустим, сейчас у меня отправка будет в Россию и в Израиль. Это уже готовых изделий. Это элемент макушатника, клипсы макушатника, пластиковые. Вот такая, один элементик из этой снасти, имеет, в общем, он хорошую рентабельность, так как он небольшой, но продается дорого. В общем, мне уже не первый раз заказывают в Россию готовые же изделия. Также и формы я отправлял, и проволочки для изготовления. Ну, кому-то проще уже готовые изделиями заниматься, торговать, чем изготавливать. То есть оба варианта я могу изготовить, отправить, а люди уже сами решают. То есть сегодня отправка вот у меня клипсы макушатника, хорошая тема, в Израиль и в Россию. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На канале часто появляются какие-то интересные темы, которые имеют хорошую рентабельность, хороший спрос и минимальные вложения. Все, до следующего видео.